Т-25 мой. Что у него за зиму сделали? Я его брал. Кстати, разговор о ценах на трактора. Брал я его 4 года назад за 65 тысяч с телегой, с документами совсем. Резину я через год-полтора поменял, ну, покрасили. Сетку эту я поставил для Вирекска. Косилки роторные сегодня, не сегодня, неделю назад поставили, стекла 2 было, стекла этих выбито. Как раз и сеточку потом поставили. Вот такие диодные противотуманки, 6 диодов на них дальнего света поставили. Вот, все. Ну что, здесь движок перебрали, тоже где-то около полтинника вышел переборка. Так больше ничего не делали, тормоза сделали. Все, вот так он сейчас выглядит.